Всем привет! Сегодня видео о том, как подключить вытяжку. Вытяжка у меня уже в принципе подключена. Что нам необходимо? Нам необходим электропитание 220, вот, и подключение напрямую. Здесь я вытяжку закрыл лицевой панелью, для того чтобы не было видно вот этих боковых щелей. Так как вытяжка она универсальная, подходит под 600 ящик, ну и больше, можно 700 заказывать. Вот, она крепится в принципе универсально. А для того чтобы подключить, я вот подключился к 220, у нас провод торчал, сюда еще подключилась подсветка, но это такая особенность этого задания, но просто необходимо 220 для того, чтобы плюс и минус подключить. Теперь у нас есть гибкая труба. Мы подключали на гибкую трубу, так как у нас идет разница в вывода верхней вытяжки и стандартное вот у нас положение вот здесь. То есть те, кто не знает, либо просто не получается вывести трубу в другом месте, мы просто, получается, чтобы не искать колено, тем более что вот в условиях локдауна все заказывается через интернет, вот поэтому пришлось вот использовать вот этот способ алюминиевой такой гибкой трубы. Ее выгибаешь в принципе в любое положение, и самое главное ее не порвать, потому что толщина у нее 1 мм, это считайте фольга, по сути гофрированная такая, ее выпрямляешь, вот, и вытягивается. Ну вот я покупал 1 метр, здесь конечно в 1 метр ее вытянуть сложно будет, но в принципе постараться можно. В 4 руки это возможно. Тем более, что нужно учитывать вот этот момент. Здесь диаметр трубы может быть разный. Например, здесь у меня был 120, а наверху был выход 125 трубы. Сама труба фольгированная, а у меня 125. Поэтому здесь в натяжку пришлось выравнивать все вот эти вот ребра, чтобы ее натянуть. А здесь ее даже, ну, такую вот юбочку поджали немного. Самое главное, чтобы ее там не порвать. Но, в принципе, и этот вопрос тоже решается. Потому что не всегда получается так идеально ее установить. Поэтому бывают всякие моменты. Зажали мы хомутом. Видите, вверху зажата хомутом. Ну и, естественно, внизу точно так же хомутом она зажата. Теперь это все, передняя часть будет закрываться. И у нас будет симпатичная, красивая такая вот передняя часть. Ну, закрыта полностью. А что еще необходимо знать? Ну, в принципе, давайте. Если свет есть, то это уже большой плюс. Работа вытяжки — это полная максимальная мощность, воздух тянет, видите, да, листик. У нас идет такая вот работа. Ну, здесь получается она вырезана в эту нижнюю панель и крепится сама вытяжка, вот, допустим, данная модель вот крепится вот на такие вот уголки. А вообще ее можно крепить и к верхней части, и к боковым частям. В принципе, ничего сложного. Она там в середине один вентилятор, этот, ну, двигатель, вот, и рука залезет для того, чтобы на саморезы прикрутить насквозь через металл вытяжку.
Обычно так и делается. Ну, здесь вот додумались уголки в комплектацию добавить для того, чтобы установить ее на боковые части. На этом все. Всем спасибо. Если кому-то что-то непонятно, задавайте, подписывайтесь, комментируйте. Всем пока.